5 января 2019 года. Заводим движочек Need for Speed Payback. Завелись. Прорвались. Чё у нас? Где у нас? Поехали. Да, 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 где? А, вижу. За дерево спрятался. Типа он куст, он куст. Как тобой сюда ехал? Давай поворачивай, поворачивай. Там, в принципе, еще какой-то этот. Вау, трафик. Вот что-то прожужжало яга. Адам 1-12, прошу сообщить местонахождение. Едет на восток, через Сильвер Кэньон. Принято, на восток, через Сильвер Кэньон. Большинство игроков по-любому, так же как и я, хотят прокатиться на копоском автомобиле, который имеет ядреный зацеп. И просто... Просто. И просто надо такие вещи утворять, именно корвет коповский. Так, наверное, нужно дорогу смотреть, да, не на карту. Или нафиг нужно? Вау, воу. Хоть иногда трафик от толк есть. Иногда. Заметьте, не я вас трогал. Пока, неудачники. Пока, Кать. Кать, пока. Пока, Кать. Да, очень хорошие. Что нахер посылаем? Так, ладно, первый ящичек у нас готов. Дальше посмотрим, как у нас будут обстоять дела. Возможно, после вчерашних двух поражений с ящиками на Мазерикс. 7. Возможно, у нас будут остальные. Ладно, я пока к ним покатил. Да, кстати, народ, в этой игре есть доля правды физики. Когда ты на 380 км в час, на 370 км в час пытаешься уходить за нос, автомобиль фактически переворачивается. Блин, просто минус задний стик. Так, суть потому, что еще ящик не появился, по ходу дела. Банчик еще работает. Да, бан еще работает, потому что нет. Ящика нет. О, мой любимый ящик. Не влюкуйте, пожалуйста. Ну что, трафик, настало твое время. Сейчас будем тебя таранить. Красиво кувыркаться. Воу, ни хрена себе! Вот это он угладал. Внимание всем машинам! Линкольн 1-30 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. Воу. Линкольн 1-30, что у вас есть по машине нарушителя? Управляйте машиной. Через тоннель обсерватории Маршалла. Посмотрите, тут для погони Skyline старенький возьму. С50. Что, боитесь, да? Я тоже его боюсь. Вот как танк все сносит. Он не церемонится ни с кем. Можно трафик потаранить? Ой. Встречку не хочу отравить. Че, уже все, что ли? Не догоните! Рекорд был на R34 минут 03. Минута 08. Если честно, дело довольно-таки прибыльно. Но если автомобиль прокачан довольно-таки хорошо.
Все, что будет выпадать, все будет убыточно. Придется обменивать постоянно на жетончики. Фиксай, тут еще прикольчик есть. Если не открывать карту и двигаться в обратном направлении, к той же точке, откуда приехали. Мы приезжаем к этому ящику. И по таймингу он опять доступен. Вау. Зацеп появился. Не хочу на вашу наскорость проходить, отстаньте. Как мне объяснили, за них все равно ничего не дают. Ну, в смысле, ничего интересного. Ни денег, ни машину, какой-нибудь там эксклюзивный, ничего. Странно, морда довольно-таки целая. Так, мы почти подъехали. Будет ящик, нет? Так, не надо дрифтить. Нет, ящика нет. Ну, значит, из-за этого тайминга, блин. Тайминга. Банчик. Потому что я вчера два ящика продул. На RX-7. Который вообще для дрифта. Что-то с трафиком происходит. Я вот типа так развернулся, что ли? Почему удивляюсь, в России также разворачиваются. Так что получается, что тайминг для ящиков будет как минимум минут 15 находиться. Печалька. Эй! А вот все. Сам очень кесты думаю, что-то как-то не переключается. Задний ход. Я вперед давлю, а ничего не происходит. Типа задний ход не гаснет. О, погас. Ладненько, новогодних по праздникам, с Рождеством, со старым Новым годом, снова старым годом, со старым-старым годом, с крещением и со всеми праздниками вас. Халау, ребята, и пока.